Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу максимально простую, максимально понятную схему, как увеличить и умножить в несколько раз подтягивание на турнике. Поехали! Во-первых, нам нужно повиснуть на турнике, схватиться за него очень и очень крепко, прочно, как будто вы сейчас упадете. Потом напрячь все свои мышцы, включая ноги. Потом мы выгибаем нашу спину вот таким образом. В-третьих, вы должны стараться тянуть вашими широчайшими мышцами, но не руками, ни в коем случае. Постарайтесь не дергаться, делать без рывков, нежно, мягко. Следующая – это тренировочная программа, которая поможет вам увеличить ваше подтягивание в несколько раз всего за пару недель. Нужно сказать, что на каждой тренировке вам нужно делать 4 подхода по максимуму повторений 3 раза в неделю. Конечно же, лучше будет, если вы будете делать это день через день, то есть понедельник, среда, пятница. Остальные дни отдыхаете. Самое важное, это вы должны понимать, что вы должны делать в каждом подходе на свой прям максимум-максимум повторений изо всех сил. На каждой последующей тренировке вы должны увеличивать эти повторения, стараться увеличивать эти повторения на 1-2 раза. Если вы сделали там в понедельник 15 повторений, вы должны в среду попробовать сделать 16-17 и так далее. И также еще одна из самых важных вещей, из самых важных пунктов в этой программе, это то, что вы должны засекать время. Например, вы подтягиваетесь, 40 секунд подтягиваетесь, да? Потом отдыхаете 40 секунд, такое же время. На второй подход вы подтянулись, там, не знаю, за 20 секунд, отдыхаете тоже 20 секунд. Сколько подтягиваетесь, столько и отдыхаете. Вот и все, друзья, все очень просто, все очень информативно и коротко. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно и увидимся в следующем выпуске. Пока! See, too many people wanna win, but they too busy celebrating and taking their time.